Пейте воду, друзья, и я не шучу. Вода способствует метаболизму жиров. Если ее в организме мало, жиры беспрепятственно попадают в печень. И она их запасает на будущее. 30 мл умножаем на свой вес, и столько литров воды в день нужно выпивать. У всех все индивидуально. Парадокс. Но чем меньше мы пьем, тем больше воды задерживается в нашем теле. Поэтому если можете больше, то это будет просто отлично. Так и вода будет меньше застаиваться в нашем организме. Запомните, чай, кофе или соки – это не вода. Старайтесь пить именно чистую воду. Допускается вода с лимоном. Также будет лучше, если вода будет охлажденной. Так организму будет проще воспринять ее. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!